преддверии Дня Великой Победы во всех городах и районах Чувашии проходят весенние субботники. Жители убирают мусор, обновляют памятники, надписи на воинских захоронениях. Как оказалось, к празднику готовы не все. Помните правила маленького принца? Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это правило забыли в городе железнодорожников. Горы мусора обнаружили в ходе проверки. В администрации есть несколько причин. Первое. Конечно, из трех компаний, которые обслуживали вывоз мусора, две компании банкротства. Здесь идет противостояние нескольких компаний, которые раньше работали. И вот сегодня судебный процесс по банкротству, он идет. Из семи КАМАЗов сегодня работают два КАМАЗа. Ну вот сейчас еще раз переговорили, нашли еще ряд компаний, не компаний, а организаций, которые помогут городу, администрации города, вот этой компании вывозить этот мусор. Без народа мы это не сделаем. Люди должны сами заинтересованы быть, не мусорить, вот и все. Жители города уже приступили к генеральной уборке. Красят заборы, чистят бордюры, обновляют зебры на пешеходных переходах. А что касается мусора, то администрация города Канаш обещала убрать его в течение суток. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика.